Накануне арбитражный суд Волгоградской области принял решение о предоставлении ПАО «Волгоградэнергосбыт» очередной трехлетней рассрочки до 2019 года, выплате долга в размере 383 миллионов рублей волгоградскому филиалу ПАО «МРСК Юга». Услуги на эту сумму были предоставлены гарантирующему поставщику электроэнергии еще в 2013 году. В ходе слушаний в суде представители «Волгоградэнергосбыта» заявили, что в случае единовременной выплаты долга велика вероятность банкротства гарантирующего поставщика и, как следствие, наступления в регионе социального коллапса и роста тарифов. Сторона взыскателя считает такую позицию несостоятельной, поскольку именно «МРСК Юга» обслуживает технологически сложный электросетевой комплекс Волгоградской области, на что требуются крупные финансовые средства, в то время как функция энергосбытовой компании – сбор денег с потребителей. В случае банкротства гарантирующего у поставщика его функции по закону подхватит электросетевая компания, а вот в случае недостатка средств у «МРСК Юга» невозможность своевременного ремонта приведет к авариям на сетях и отключениям электроэнергии у промышленных предприятий, населения и социально значимых потребителей. Кроме того, по мнению «МРСК Юга», должник не обосновал необходимость столь длительного срока предоставления отсрочки. В свою очередь, «Волгоградэнергосбыт» предоставил суду в качестве доказательств своей неплатежеспособности банковские выписки о состоянии счетов. Напомним, что в январе текущего года суд уже предоставил «Волгоградэнергосбыту» трехлетнюю рассрочку на 1 114 000 000 рублей, при общем долге энергосбытовой компании порядка 4 миллиардов. «МРСК Юга» обжаловала данное судебное определение. В «МРСК Юга» заявили также о своем намерении оспорить и это решение суда. Сегодня арбитражный суд Волгоградской области в очередной раз предоставил рассрочку исполнения судебного акта ПАО «Волгоградэнергосбыт» в сумме 383 миллиона сроком на 36 месяцев. Данный судебный акт не отвечает интересам сетевой организации, и ПАО «МРСК Юга» будет добиваться отмены судебного акта в вышестоящих инстанциях.